Надежда Савченко сегодня приехала в Москву. Об этом сообщил ее экс-адвокат Илья Новиков. По его словам, она примет участие в судебном разбирательстве по делу участников запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. Сегодня Верховный суд проверит законность приговоров Николаю Крупюку, Станиславу Клыху. Сейчас на прямой связи по телефону наш корреспондент Григорий Вдовин. Григорий, ждем от вас подробностей. Здравствуйте. Действительно, сейчас мы находимся буквально около зала суда, в котором с минуты на минуту начнется заседание по этому делу. Надежда Савченко действительно совершенно неожиданно для всех сегодня прилетела на самолете из Киева в 7 часов 35 минут, как сообщается, и затем с большой группой сопровождающих ее лиц на Аэроэкспрессе добралась до метро Белорусской и после этого направилась сюда в Верховный суд. Что здесь застали журналисты, которые сразу приехали, естественно, проверять это сообщение. Около входа было огромное количество представителей средств массовой информации. Очень много среди них было представителей зарубежных газет и телеканалов, в основном западных. Все, в общем-то, давно знакомы с Надеждой, все с ней достаточно тепло общались, как старые знакомые. И действительно оперативно всем выдали пропуска представителям как западных средств массовой информации, так и российских, и пропустили внутрь. И вот с минуты на минуту мы ждем, что начнется это заседание. Вот все, что известно на эту минуту. Надежда Савченко здесь, в своей традиционной вышиванке. Коллеги. Григорий, спасибо. Григорий Вдовин был на прямой связи от Верховного суда.